Даже и в трусах. Я забыл надеть вторые штаны. Мамка оттягивает, да? Оттягивает мамка. Всем привет, доброе утро. У нас утро начинается стандартно. Мы спешим, мы опаздываем. Ой, сейчас солнышко. Я вот пиджачок несу. Сегодня на второй канал буду снимать видео. Я там, кстати, очень серьезная, очень с правильной речью. Закрою. Вот, надень мои ключи. В общем, там я специалист, поэтому буду в строгом костюме. И у нас еще хорошая, очень радостная новость. Нам сегодня включают отопление. Поэтому мы едем туда все вместе. И Рома тоже съедет с нами и будет контролировать процесс запуска. Чтобы ничего не потекло там никуда. А если потекло, чтобы кто-нибудь вытер? Вот такая вот работа такая руководителя. Руководителя работы. Надо с утра речевой аппарат. Работа руководителя. Все, сейчас буду записывать видео. Я уже пиджачок одела. Серьезная взрослая дама. А внизу я осталась. Вот. Это хитрости съемки. Если вы видите какого-то вещающего в Ютубе по пояс, то знаете, что такое, что там он может быть даже и в трусах. Здравствуйте, меня зовут Елена Абаева, и вы на канале Центра «Счастливые дети». Поснимала, приехали в ВТБ. Кофейку взять. Мне бери тоже. Да ладно. А что такое? А что ты делаешь? Я ничего не делаю. Промывание кавовой машины. Это мы удачно зашли. Но я так надеюсь, что она недолго будет. Мыть, намывать? Да. Да. Зато мы знаем, что промывают кавовую машину. Вот теперь с промытой машиной ставь. Вау! Фух! Да я думал, что я что-то уже сломал. Надо ничего ломать, у нас денег нет на вот этих дурных. Ремонт. А пусть докажут сначала. Кафе не пускают, будем переходить по магазинам кофе пить. Я думаю, магазины они не закроют никогда. Конечно, никогда. Особенно со спиртным. Со спиртным. Со спиртным. Да. Ну, это же сегодня уже и стрижечка, смотри. Мы ее так подчешем на бочок, она уже и красивая. Мы просто привыкли. Но он волоса. Похож на Эдмунда Шклярского сейчас. Да я уже в вчерашнем видео уже это сказала. И в сегодняшнем скажу. А нечего было слушать группу «Пикник», понимаешь? Слушал бы там, не знаю, кого, Лещенко. И было бы красиво, ухоженно, как у Лещенко стрижка. Лещенко красивый. Погода хорошая, настроение у меня прекрасное. Отопление дали. Владик сегодня прекрасно занимался. Рома, у тебя хорошее настроение тоже, да? Да, у меня уже хорошее, с утра было так-то не очень. Ну, это то, о чем я вам рассказывала, помните, что весы? Ну, не знаю, как все весы, но ну, что-то оно опять меняет, тут и попасть. Роман Равильевич, он может встать с утра... Не с той ноги. Не с той ноги, и просто ему встать и перевстать с другой не получается, ему надо настраиваться. Я сейчас, наверное, не буду делать колпасик, и людям будет плохо выдавить. Убирай. Убираю. Помните, я вам показывала, как я развешиваю белье. Сейчас я вам покажу, как я его снимаю. Малыш, жги!
Классно, что вчера я приготовила и на сегодня еще есть вообще. Взял и разогрел просто. Красота. Я вообще лентяюшка в этом плане, поэтому когда готовлю на 2 дня, прям кайфую. Да, конечно, может быть, кто-то скажет, надо разнообразие каждый день. Ничего, ничего. Поедим то, что вчера. Эту ножку сюда. Вот эту ножку. Сейчас. Вот так. Давай сюда ножку. Вот так. Вот ножка. Теперь мы померяем вот так. Нарисуем ножку, Владе. Да. Где заказывать? Молодец. Владюськи. В интернете обувь? Да. Ну. Что там у нас получается? 21. Это надо, 22. Наверное, 22 давай. Можно заказывать, наверное. Да, 22, потому что это. Ну, стелечку. Ну, размер-то не 22, размер-то будет другой. Да, а сантиметр. Размер постельки. Да, постельки размер. Угу. Это, кстати, не только потому, что там все закрыто у нас. Мы всегда так обувь покупаем. В последнее время Рома всегда заказывает, и как-то вот удачно. Какой-то один у тебя магазин, да? По-моему, с одного. Ну, там же в Розетке же разные магазины. Ну, я не помню. Ну, не помню. Где-то в Розетке. Ну, в общем, опыт у нас удачный уже именно по обуви. Поэтому будем продолжать. Будем продолжать. Я раньше ездила в магазин, потом мне что-то не нравится, меняла там. В общем, ну, как-то вот последние раза 3, наверное, все получалось. Раз получалось, опыт положительный, надо его повторять. Сейчас сижу с вами, разговариваю, сидит рядом муж, лицо довольное. Сейчас поедет в центр ночевать. Потому что у нас сегодня, я уже как говорила, включили отопление. И там нужно быть и, ну, смотреть, чтобы там, ну, мало ли что, знаете, как у нас. Чтобы батареи если там не завоздушили, что там еще, не потекло все, да? Да. В общем, вроде как по делу единственное, ну и слинять с дома лишний повод, знаете, как бы. Вот так вот. Провожаем папу. Все, так не хочется уезжать. Грустно. Мы будем плакать без тебя. Грустно. Прям вижу, как ты не хочешь прям уходить. Я поеду. Давай, дорогой. С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь. И каждый раз навек прощайтесь. Трясясь, прокуренно, вовой. Все, пока. Ну, у меня сегодня игривое настроение. Пока. Да ладно, эти уже. И правда, такое игривое настроение. Ну, я вам говорила, что чувство юмора спасает наш брак. Да ж, ёб твою мать. О, боже. Ты вернулся. Я забыл надеть вторые штаны. Первые не забыл. Первые не забыл. Они... Ой, сладкий такой. Мамка оттягивает, да? Оттягивает мамка. Спортом мне надо сегодня заниматься по плану. И я всячески тяну. Ждала то, пока Рома уйдет. Теперь Владька со мной обнимается, и тоже жду. Думаю, ну как я могу заняться спортом, если ребенок хочет внимания. Да? Но все равно. Да. Все равно будем сейчас, мамка будет сейчас тягать гантельки. Все, буду заниматься. Я выполняю обещания. 2 раза в неделю стабильно. Иногда получается 3 раза, а каждый день какой-то такой, если ну не спорт, то там планочку поставить, поприседать, что-нибудь такое легенькое стараюсь делать. Поэтому буду с вами прощаться, да? Скажем всем пока-пока. Пока-пока. Мы вас любим. Подписывайтесь на наш канал, если вы этого не сделали. Да, ставьте нам лайки, да, Владимир? Пишите, конечно, комментарии, мы всегда рады. Передаем привет. Давай. Нам всегда передает привет Русланчик, мальчик. Русланчику. Кому еще передаем? Илюшке передаем. Да? Кто у нас еще из особенных друзей? Лука.
Да, Танечкин из канала Outlook Alive. Кого еще? Ну, много-много-много кого. В общем, если что, пишите, мы вам будем передавать привет. Да? Пока-пока. Пока. Check the mic and make sure it sound right, boys. Да, уже болят мышцы, как у вас.